Образ жизни современного человека – это постоянная спешка, нехватка свободного времени и масса стрессовых ситуаций. В итоге – хроническая усталость и масса проблем со здоровьем. Всем привет! Мы начинаем третий сезон программы «Обо всем, что достойно внимания». С вами Юлия Карпухова. Сегодня я расскажу о Центре восточной медицины «Лотос». Раскрываясь с рассветом и закрываясь на закате, лотос олицетворяет возрождение солнца, возобновление жизненных сил, бессмертную природу человека и духовное раскрытие. В клинике «Лотос» в полном объеме применяются все составляющие тибетской системы лечения. Восточная медицина – одна из древнейших медицинских систем в мире. Традиционная медицина, как медицина природная, естественная и безопасная, становится все более значимой для сохранения и укрепления здоровья человека. Комплексное воздействие обеспечивает не только устранение симптомов и улучшение самочувствия пациентов, но и полное излечение болезней без любых побочных эффектов. Врачи Центра «Лотос» помогут вам при хронической усталости, нарушении сна, болях в спине, мышцах, суставах, головной боли, мигрени, остеохондрозах, артритах, сахарном диабете, избыточном весе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваниях, аденоме простаты, хроническом рините, бронхиальной астме, миоме матки, эндометриозе, бесплодии, нейродермите, псориазе и других заболеваниях кожи, при пониженном иммунитете и даже никотиновой зависимости. Пульс – это ритм жизни. Пульсовая диагностика – высший из методов диагностики, существующих в традиционных школах с многовековой историей. По пульсу пациента врач тибетской медицинской школы может определить его заболевание в острой, скрытой и хронической форме, чем болел пациент на протяжении жизни и что ждет в будущем, если человек не будет заниматься своим здоровьем. Серьезной и очень распространенной патологией в детском возрасте является сколиоз или боковое искривление позвоночника. Заболевание влечет за собой искривление грудной клетки и костей таза, что приводит к деформации внутренних органов. Для эффективного лечения сколиоза в клинике «Лотос» разработана особая методика. При ее применении улучшается мышечный тонус, подвижность суставов, состояние связочного аппарата, кровообращение и питание мышц. Иглоукалывание – наиболее универсальный метод, используемый врачами клиники. Он состоит в том, что в биологически активную точку вводится стерильная одноразовая медицинская игла. Процедура совершенно безболезненная. При введении иглы и ее вращении пациент ощущает приятный прилив тепла в точке воздействия и не ощущает ни малейшего дискомфорта. Она особенно эффективна при лечении нервных расстройств, невритов, различных болезней позвоночника, суставов, кожных болезней и многих других. Древнее высказывание: «В пламени моксы сгорает болезнь». С помощью полынных и угольных сигар врач воздействует на активные точки на вашем теле. Тепло улучшает местное кровообращение, помогает избавиться от боли и напряжения, а дым обладает бактерицидным действием. Моксотерапия позволяет лечить бронхиальную астму, аллергии, лимфостазы, болезни суставов, мочеполовой сферы, нервные расстройства и функциональные нарушения внутренних органов. Стоун-терапия – проникновение тепла вглубь организма, от нагретых до определенной температуры камней, активизирует обменные процессы, повышает уровень энергии организма, его тонус и иммунитет. Стоун-терапия – один из самых приятных древних приемов восточных лекарей. Еще китайские императоры любили понежиться под теплыми камнями.
Каждому человеку полезен массаж до такой степени, что тибетцы даже включили этот пункт в индивидуальное поведение. Регулярный массаж предотвращает старение. Особенно важен массаж при напряженной работе, энергетических затратах, когда человек бросает курить, водит машину, ведет малоподвижный образ жизни и просто хочет поддержать тонус организма. Вакуум-терапия основана на сочетании двух методов воздействия – постановку банок и баночный массаж. Вакуум усиливает кровообращение, циркуляцию энергии и снабжение органов и тканей кислородом и питательными веществами. Баночный массаж разгоняет кровь, улучшает тонус мышц, способствует избавлению от подкожных отложений жира и проявлений целлюлита. Аурикулотерапия – это разновидность иглотерапии, заключается в постановке микроигл в ушные раковины. Точечное воздействие на большое количество биологически активных точек ушных раковин поможет снизить чувство голода, а значит и вес. Аурикулотерапия входит в обязательную часть программы похудения, предлагаемой в центре «Лотос». В программу входит также индивидуальная диета и фитотерапия. В центре проводят косметические процедуры по авторским программам не только для женщин и мужчин, но и для подростков. Программа «Лифтинг-уход», «Энзимный пилинг», «Карбоксилотерапия», «Миндальный пилинг» и «Ухоженные ручки». Если вы боитесь подтяжки и уколов и хотите стать неотразимыми, приходите именно сюда. А что больше всего подкупает – это замечательные результаты по приемлемым ценам. Здесь вам порекомендуют фитопрепараты для поднятия иммунитета и проведут процедуры, которые смогут сделать ваш организм более стойким от любых вирусов. Коллектив центра «Лотос» тщательно подобран и состоит из людей, открытых душой каждому пришедшему, и объединен в едином стремлении дать все условия для выздоровления. Центр восточной медицины «Лотос» дает возможность людям почувствовать себя молодыми, здоровыми и красивыми. С вами была Юлия Карпухова. До новых встреч в эфире!